Есть! Есть поражение! Ну где аплодисменты, где? Сейчас на огненной полосе. Мы наблюдаем экипаж Венесуэлы. Плывет и закончил, преодолев водную преграду. И вот тайвает противотанковый ров экипаж Российской Федерации. Следующее препятствие – холм. Самым главным у нас был, естественно, противник – это Китай. Ихняя техника, нами, так сказать, неизвестная, неизученная. И мы были немножко удивлены и поражены. То есть, как быстро, четко, в кратчайшие сроки они выполняют боевую задачу.